Буэнос диас, мис керидус амигос. Ядерный рассвет назаряет ваши экраны. Это значит, что у нас на борту... Детройт. Become human. Так, изредка подглядывать. Что-то я там пропустил, стоп. Так, давайте взглянем на схему, ага. Так, этот QTE нашел. Как говорится, игра не для тупорылого, надо быть ну, очень глазастым. Игра не на тупенького, надо быть охуенно глазастым, чтобы... Ага. Сектор чист. Так, с этой стороны чисто. Что-то я давно конторку не палил. Так, мне сюнды. Так, кроме, собственно, заказа, тишина. Идентификация успешна. Заказ номер 847. С вас $63. Подтвердите платеж. Платеж подтвержден. Транзакция выполнена. Блять, вот эти вот управления с поворотами мыши и так далее. Так, вернуться домой на автобусе.
Автобусная остановка, он там за углом. Так, здесь тихо. Когда это нужно? Что надо сделать? Что ты далеко собрался, жестянка? Да ладно. Глядите, вот к нам и жестяночка пожаловала. Блять, надо было обойти. Посмотри на этого говнюка. Работу увел, а пальцем тронь посыпался. А, вот это как работает. Мы тебя сейчас порвем, как грелку. Не, бей его. Давай. Все. Хватит. Разошлись. Ты у нас узнаешь, что к чему. Повредите, будете платить штраф. Когда заберут и твою работу, посмотрим, как запоешь. Ладно. Все, пошли уже. Хуяс. Нам надо семьи кормить, а нас заменяют бесшумными роботами. Машины были придуманы, чтобы служить нам. Но не заменяют. 35% населения не могут найти... Так, кроме этого места у меня ничего нету. Так, дай-ка посмотрю на схему. Ага, пропускал, конечно, много чего. Блять, да как, так хочется сказать, да когда ж вы заткнетесь? Ладно, слишком часто чай не отхлебывается, а то опять какой-нибудь ивент выскочит, и будет мне весело. Проебал что-то, не доходя до музыканта. И здесь. Я даже знаю, где. Так, ладно, продолжаем. Так, Маркус, Коннор и... как её там? Кэра, кажется. Пока что я вижу трех андроидов. Ой, блядь. Слышка жуткая. Напоминают Невилла из НФС Карбон. Только постаревшего конкретно. Поговорю, что... Палман Сити был срисован как раз с Детройта.
Иду. Тебя не было 2 недели, так что в доме срач. На тебе уборка, готовка, стирка, глажка и все по части. Чтоб ее, куда опять подевалась мерзавка? Алиса! Алиса! А, вот ты где. Это Алиса, тоже на тебе. Искупать, уроки, вся херня. Ясно? Да, тот. Начинай тут, потом второй этаж. Да, ебать, фронт работ, конечно. Фронт работ, конечно, ебать, ухо. Да. Может. Это смотря что надо. Ну да, я достану. Хорошо. Завтра подвезу. Да, на том же. Так, и здесь. Не понимаю, конечно, в чем смысл почувствовать себя андроидом. А, теперь мне показывают траекторию движения мыши. Чувствую, домишко скоро снесут, если тут строится мост. Блять, как ухо зачесалось не вовремя. Что за херня-то? Так, где он сам есть? Тот, блять, ты. Хорошо начали. Пойду наверх. Делай свое дело, но не маячь перед носом. Это типа... Так, где там еще? Помоги андроиду стать человеком или что? Игрушка. Как ее имя? Камера, конечно, дикий неудобняк. Так, что-то я там попытался увидеть, но нет. Меня... Блять! Как я обожаю ту камеру, ее
Так. Что-то я разлучил. Так, дайте-ка дополнительно осмотрюсь, ага. Ключ. Так, помимо этого ни хрена. И типа что-то еще, что найдешь? А, пол. Блять, вот эти щелчки по клаве. Как будто, блять, в усу играю, ей-богу. Ой, ёбана. Эх, рок, говнорок, Фендер, Стратокастер, я и песни петь любитель, и ебаться мастер. Тянептин, риск нарушения поведения. Что это было? Президент Уоррен выступила сегодня на открытии нового завода Киберлайф в Милуоке. Президент в очередной раз высоко оценила...
не сюнды. Вижу, ты любишь читать. Не понимаю только, в чем фишка. Алиса в стране чудес. Конечно. Так, вот теперь можно и почесать. Мы вроде с тобой дружили до моей перезагрузки. Может, еще подружимся? Это ты выбрала мне имя. Кэра. Красивое. А почему такое? Ты притихла. Ты ведь меня не боишься? Расскажи мне о себе. Во что играешь? Где гуляешь? Что ты любишь есть? Мне это важно. Чё за нах? Excuse me, what the fuck? Ключ. Типа сама разберешься. Ну хуй с вами. Так, давайте-ка взглянем на схемку. Так, здесь не видно ни хрена. Значит, спускаемся. Блять, какие же неудобные домики у этих америкосов. Кто бы только знал. Так, excuse me, what the fuck? Чего делаешь? Я играю. Играешь. Я все вижу. Думаешь, папка мерзавец? А? Неудачник. Сидит на жопе, работу не ищет. А ты что, думаешь, я не пытался? Что бы я ни делал, какая-нибудь сволочь все мне портит! Да я же все понимаю. Прям по глазам. Ты меня ненавидишь? Говори! Ненавидишь? Господи,
Что я делаю? Прости, зайка, прости. Прости. Ты же знаешь, я тебя люблю. Ты это знаешь. Сидит на антидепрессантах, имеет ствол. Нормально я так набил. Ага. На этом я, наверное, предпочту закончить. Спасибо всем, кто смотрел. Луис, пиписька. И до следующей серии. Адьос, братва.